Твоя помощь, Сюнин. Thank you.
Ведь какие гарсоны на там дуэс, как футбол на там. Поистине футбол. Bien, bonjour, Steve. Comme tu es. Мне пора в... Козяк, я ищу, с кем бы поразвлечься. Норман, уверена, у такого здорового молодца и голод подстать. И я рада бы помочь с этим, да не могу. Почему нет? Все закрыто. Видишь ли, там нынче особый гость. Придется ограничиться теми, кто есть здесь. Какой гость может быть настолько важен, что ты отказываешь другим? Справедливый вопрос, но я не рискну ответить, голова дорога. Что уже, в общем-то, своего рода ответ. Уверена, что не передумаешь? Если твой голод столь силен, поговори со стражником. Он у подножья лестницы. И серебро не поможет. Может и помочь. Через дверь тебе туда не зайти, но, как и везде в Париже, это не единственный путь. Продолжай. Мой тебе совет. Присмотрись к большому дереву у входа, но учти, я ничего не говорила. Спасибо. Идет. Пора найти короля.
моя королева, святая грешная, исповедница и любовь. Как я чту и жажду тебя. Человек или отродье врага? Нет, я тебе не враг. Пока. Я Эйвор из клана Ворона из Англии. Ты человек. И, судя по виду, норман. Зачем ты пришел сюда? Где моя стража? Ее можно не дожидаться. Как, впрочем, и твоего епископа. Энгельвина. Норман, ты помог мне, даже не ведая того. Епископ безмерно раздражал меня. Чего же ты хочешь? Твои воины нападают на деревни норманов. Нападают все чаще и чаще. Ты начал войну. Во имя чего? Во имя чего? Это моя земля, данная мне Господом. А вы — отродье сатаны. И я избавлю от вас свое королевство. Все во имя Господа. Ты веришь, что власть от Бога? Мы добиваемся ее силой. Так или иначе, речь лишь об этих землях. А, теперь понимаю, вражье отродье. Тебе плевать на Франкию, ты просишь пощадить Англию и тебя лично. Просто оставайся на своей земле. Ты и правда думаешь, что сможешь убедить меня не давать отпор тем, кто пришел с войной в мои земли? Я король. Ты подлый язычник. К чему вести с тобой переговоры? Я мог уже давно оборвать твою жизнь, но не стал. Возможно, это к лучшему. Как думаешь? Сработает? Может быть. Мне кое-что нужно. Если сможешь это исполнить, я обещаю подумать о твоем предложении. Сколько условий. Достойно короля. Чего ты хочешь? Мою королеву, Рихарду. Похитили. Возврати ее мне. А сперва ее нужно найти? Лазутчики донесли, что она в руках неких особо рьяных слуг церкви. Это все, что мне известно. Пропажа жены явно не слишком тебя заботит. Короли, как правило, женятся не по любви, а из иных соображений. Ей вряд ли что-нибудь угрожает. Но я хочу, чтобы ее вернули в целости.
Если я справлюсь, ты оставишь Англию в покое. В покое? Странно слышать подобное от дикаря. Ты просишь слишком многого. Исполни мое поручение. Я соглашусь вести переговоры. Я вернусь с королевой, и мы обсудим твои намерения насчет Англии. Посмотрим, слуга дьявола. На все воля Божья. А пока извини. Брат Волка, ты задержался. У нас беда. Энгельвин мертв. Но эти франки будто поражены недугом. Мне их не понять. Неудивительно. Я ведь предупреждал. Видишь, как бессмысленно пытаться с ними договориться. Но я должен. Благодаря епископу я нашел короля Карла, и мы условились о будущем соглашении. Ты встречался с их королем. Что, хочешь стать моим врагом? Только привела мне лишь тебя. А теперь и ты противишься мне. Я не мог упустить такой случай. Но я не хотел идти против тебя. Знаешь, если бы ты был здесь, когда на нас напали, павших могло быть куда меньше. Да? Так что случилось? Сейчас увидишь, с кем так торопишься заключить мир. Тока покажет, а я буду думать о мести. Идем, брат Волка. Помнишь, наши стражи исчезли, пока вы с Сигфредом гонялись за Энгельвином и искала их, но тщетно. Лишь после нового удара мы их нашли. О чем ты? Где они были? Увидишь. Смотри. Эти раны не от мечей. И не от клыков или когтей. Это все франки. Как ты говоришь, они поражены недугом. Подлые твари. А это были мои друзья. Я видел такое прежде. Люди порой пропадают, а появляются такими.
Тока, мне нужна помощь. Карл просит найти его королеву. Так я уберегу Англию от этого недуга. Вчера королеву видели в Эвре, среди слуг их церкви. Попробуй поискать ее там. Думаете, я лишь пью вино, да делю ложе с прекрасными воинами и дамами? Мерзь! Мои лазутчики по всей Франкии, я все узнаю быстро. И кое-что не терпит отлагательств. Эйвор, зайди ко мне, когда будет время. Появились новые задачи. Брат Волка, Сигфред был прав. Ты хочешь договориться с франками, несмотря на свидетельство их трусости? Я не пойду против дяди. Прости, но в этом деле помощи не жди. Ты права, Тока. Твой клан полагается на тебя, а мой на меня. Вот зачем я здесь, во Франкии. Отправлюсь в Эвре в одиночку. Когда покончишь с делами в Эвре, встретимся в лагере к западу от Парижа. Нас ждет осада. Оставил Англию в покое, нужно найти королеву. Она была в Эвре среди слуг церкви. Значит, мне туда. Чем хочешь заняться? Покажи, что предлагаешь. Ступим же. Thank you.
Magnifique. Ну, чего желаешь? Как дела у повстанцев? Thank you.
что, пока все? Чем хочешь заняться? Я верну. Что ж, ты знаешь. Садись на любое место. Матушка скоро начнет. Тонула я в темных водах, но тут возжег он свет свой благой. Столь славный, столь яркий. Вы верно помните, как святой Таурин вернул к жизни сгоревшую девицу? И я в детстве обгорела чуть ли не до смерти, но святой явился мне у алтаря, коснулся и исцелил. Время не властно над его мощами. Он коснулся меня, чтобы я коснулась вас. Да, такого даже Локи не выдумал бы. Бог есть свет. Но чем заняты вы в сиянии его? Всякий печется лишь о себе, погружаясь во тьму. Помыслы ваши, ваши сердца и тела отданы дьяволу. Все вы обречены, и нищий, и король, и королева. Изберите себе ныне, кому служить, ибо грядет суд, а с ним либо избавление, либо вечные муки. Помолимся. Исчезла. Похоже, ей что-то известно о королеве. Надо ее найти. Ты не видела моего мужа. Он уже должен был вернуться после обряда. Ты печалишься? Мой муж пропал. Он давно ушел за избавлением, и его все нет. О, это я виновата. Что еще за избавление? Муж меня любит, но вдруг решил оставить. Его сбил с пути истинного дьявол. Мы послали его в Аквилу на обряд избавления. Матушка сказала, что так можно изгнать дьявола. Значит, обряд проходит в Аквиле? Да. Там обитель матушки. Бедный мой муженек. Но ведь он цел, правда же? Молись своему Богу, но на всякий случай готовься к худшему. Да, нужно молиться. Молиться. Нужно заглянуть в Аквилу, где проводят эти обряды. Тут есть таверна. Может, там кто-нибудь подскажет, где найти матушку?
этими безумцами и так сладу не было. А теперь у матушки еще и знатная пленница. Об этом нельзя говорить. Ты что, Господа не боишься? Хозяин, я тут впервые. Расскажешь, кто такая эта матушка? Наши пьянчуги только и говорят, что о ее обрядах избавления. Да, Бастиен? Дурень громогласный. Садись, Норман. Бастиен тебя угостит и расскажет все, что хочешь. Так, Бастиен? Да, это я, громогласный Бастиен. Бастиен пропоится, но еще и щедрый Бастиен. Так ведь, хозяин? Садись, Норман, я и тебя угощаю. Я случайно услышал... Ты знаешь о нас больше, чем мы о тебе. Из каких ты мест? Я только что из Мелёна. Мелён? Ты что же, из людей Сигфрида? Я всего лишь странник, друг мой. Сторонись, Аквилы! Туда забирают народ для избавления! Могут и тебя сцапать! Расскажи мне побольше о матушке и этих ее обрядах. У нас от них прибавилось забот. А уж когда у матушки появилась знатная пленница... Бастиен, молчи! Это божье дело! Что еще за пленница? Да кто ее знает? Вроде как из свиты короля. Где Бастиен? А, только об этом нельзя болтать. Не то Господь услышит. Выпьем, друзья! Бастиен угощает! Матушка нас в черном теле держит. Трудиться вели днем и ночью. А спать-то когда? Я слышал, ты говорил о матушке. Чего ты подслушиваешь чужие разговоры, проклятый Норман? Тише, друг. Мне просто любопытно. Коль тебе так интересно, матушка, выйди через заднюю дверь, пройди по дороге да постучись к ней. Смотреться. Королева у матушки. На печати тот же знак, что я нашел в покоях Ингельвина. Я выпущу тебя отсюда. Нет, оставь меня в покое. Мне нужно молиться об избавлении. А ты иди. Матушка хочет подвергнуть королеву обряду избавления. Там говорится, что под криптой в Аквиле есть тайный зал.
Нужно найти эту крипту. Мою, братец. Лишь она открыла мне непростую правду. Я мог ей противиться. Аминь. Я никого не слушал. К ней прислушался. Благодаря этому стал гораздо лучше. Лучше скрыть лицо. Чем меньше внимания я привлеку, тем проще будет найти королеву. Ключ стражника. Замок, верно, неподалеку. В воздухе пахнет кровью.
а на языке тяжелый привкус железа. Если я нападу в открытую, нужно подобраться ближе, не вызывая подозрений. Славно сделан, но уже затупился. Резать им будет непросто. Нужно окунуть его в кровь. Я тебя не заметила. Ты новый помощник? Славно, славно. Да, меня прислали помочь. Неудачно ты выбрал время. У них там королева. Скверно это, я так не могу. А я могу. Что мне сделать? Правда? Хорошо. Нож матушке нужно окунуть в жертвенную кровь. Он на столе. Потом его надо отнести ей. Ладно, я подготовлю нож и передам его матушке. Жди здесь. Покрыт кровью. Он позволит мне подобраться к матушке, не навлекая беды на королеву.
ведь только помогаю, а не провожу обряд. Просто подготовлю нож матушке и принесу ей. И больше ничего. Обряд позволит мне подобраться к матушке, не подвергая королеву опасности. Ты ведь знаешь писание Евфразия? Кто только научил тебя? Меня научил сам Господь, как ты скоро увидишь. Королева в плену, а это лучшие воины матушки. Лучше избегать открытого боя с ними. Может, я смогу их как-нибудь отвлечь? Стражников есть ключ от клетки. Открыв ее, я смогу их отвлечь. Выпусти меня, или меня убьют! Сама королева в наших руках! Как быстро мы до нее добрались! Где моя помощница? Чтобы начать, мне нужен нож! Никто не заметил. Спасибо. Я не мог больше. Что это? Стража, проверить клетку. Нужно спрятаться. Что это там за шум? Клетка открыта. Что там с клеткой? Найти пленника. Сама королева в наших руках. Как быстро мы до нее добрались. Когда мне наконец принесут нож, мы приступим к избавлению. Что это там за шум? Но не забывай, королева, что я лишь... А, наконец-то, мой нож. Теперь можно приступать. Я матушка, меня коснулся святой Таурин, я избрана Богом. А ты, племенная кобыла, при короле, которого не любишь... Ты хочешь отвратить его от Бога? Как видишь, от истинных слуг Господних ничего не утаить. Видит Бог, я и не пытаюсь. Это ложь.
скажешь. Твоими устами говорит дьявол. Но мы вырежем его из тебя. Тогда ты, и я, и Господь узнаем правду. Будь уверена. Подать сюда мой нож! Возложил упование. Жаль, что ей пришлось умереть. Она не всегда была такой и прожила слишком мало. Твои поступки суровы, но, похоже, сам Господь направил тебя сюда. Ты Норман, верно? Я Эйвор из клана Ворона, и никакой бог меня не направлял. Меня прислал твой коронованный супруг. Тебя прислал Карл. Времени мало. Надо найти выход, пока нас не обнаружили. Я знаю дорогу. За мной. Я не успела поблагодарить тебя. Ты очень отважен. Отвага здесь ни при чем. Я обещал доставить тебя к Карлу, потому что у нас с ним уговор. Это все чума. Сейчас здесь для них полным-полно пищи. Мы в тупике. Стена тут хлипкая. Ты и правда был сегодня орудием Божьим. Но мне пора. Я должна кое-куда добраться. Тебя освободил не твой бог, а я. И сделал я это, чтобы ты вернулась к мужу. К нему ты и отправишься. Думаешь, Господь не причастен к твоим поступкам? Любой может стать его орудием. И простой осел, и ты. В любом случае, я доставлю тебя к Карлу. Ему нужна вовсе не я. Тебе можно верить. Я знаю. Бог вершит через тебя странные дела. Я покажу тебе, что ищет Карл. Может, ты хочешь меня обмануть? Да, я могла бы, но не стану. Разве ты не видишь, как все странно сложилось? Это точно дело рук Божьих. Его главное чудо — то, что ты всегда считаешь себя правой. Ты мне нравишься. Господь не зря тебя выбрал. И я надеюсь, мы подружимся. Я пойду с тобой. Куда?
хочу договориться с твоим супругом. Но он непростой человек. Как аккуратно ты подбираешь слова. Карл не всегда был таким. В детстве у него бывали припадки безумия. Взрослые решили, что он одержим. И провели над ним обряд. Потом он искренне уверовал, но начал смертельно бояться огня. Когда мы встретились, он был честен и набожен. Ты будто гордишься Карлом. Он любит тебя? Да. В каком-то смысле. Но он и я никогда не были по-настоящему близки. Он тебя не любит? Дело не в нем. Я не смогла быть такой, как надо. А он мужчина и нашел утешение в других местах. Та монашка, матушка, убила бы тебя. Возможно. Ее обряды избавления очень жестокие. Выживают не все. Ефразия состояла в тайном ордене, где верят, что Франки забыла Бога. Она думала, что я одержима. В том же ордене, думаю, был епископ Ангельвин. Ты его знаешь? Да. Они зовут себя Беллаторес Дей, Божьи воины. Их еще осталось много. Здесь ради какого-то мальчишки? Да. У Карла есть сын. Малыш. Рихардо, ты цела? Бог меня хранит. Не сомневайся в нем. Бернар, это Эйвор, наш друг. Ступай умываться. У тебя больше краски на одежде, чем на холсте. Он чудесно рисует для своего возраста. Он назвал тебя по имени? Да. Звучит странно, знаю. Но я ему не мать. Как еще ему ко мне обращаться? Так Бернар не твой сын? Увы, но я все равно его люблю. Как я сказала, мы с Карлом никогда не были близки. Но он мужчина и король. Конечно, нашлись другие, готовые утолить его голод. Так и появился Бернар. Ты спрятала его здесь от отца? Карл хочет, чтобы Бернар унаследовал его трон. А мальчик страстно желает угодить отцу. Потому я и прячу его. Карл направит Бернара на темный путь, на котором не стать добрым королем. Я обещал Карлу вернуться с тобой. Ребенка в это впутывать не обязательно. Я бы и не позволила. Бернар знает, что помощь можно найти в церкви, когда меня нет. Мне снова нужно отлучиться. Вернусь, проверю твои латинские глаголы. Я знаю, что ты без меня встретишься с отцом. Не думай, что я глупый. Спрятав Бернара, ты рассчитываешь не дать ему стать королем? Ты не так меня понял, Эйвор. Бернар должен зайти на трон ради блага Франкии. Но ты видел, во что превратился Карл. Бернар молод, но станет славным правителем. И к твоим соплеменникам будет относиться лучше. Если Карлу нужен мальчишка, он разгневается, увидев тебя одну. Надеюсь, это не так. Карл знает, что меня схватили Беллаторес. Он верно волнуется. Мы не слишком ладили в последнее время. Но он же прислал за мной тебя. Может, он хочет примирения? Медведица ранена. Постой. Если это так, она опасна. Все хорошо. Что же ты наделала? Вот так. Господь с тобой. Впредь будет. Ступай. Благородный зверь.
Она уже сдалась. Но теперь все хорошо. Слава Богу. Во Франкии все медведи ручные? Все божьи твари откликаются на любовь, Эйвор. Особенно, когда им больно. В этом они похожи на людей. У тебя дар усмирять зверей. Но сейчас ты говоришь о Карле. Думаешь, и с ним все так же? О, да. Особенно с ним. Что ж, вот и лагерь Карла. Я выполнил уговор. Вот твоя королева. Она невредима. Карл. Дорогая супруга, наконец-то ты передо мной. После долгих и тяжелых странствий тебе верно хочется подкрепиться. Ты все еще гневаешься. Зря, Карл. Я была верна тебе так же, как самому Господу. Прости, что забрала Бернара, но... Ах да, мой сын. Я думал, что найду и его, если отыщу тебя. Но где же Бернар? Что с ним? Он цел. Помнишь вечер, когда мы встретились? Я не забыл до сих пор. Небо было ясным, усыпанным тысячами звезд. В ночь после свадьбы оно было таким же. Я решил, это знак от Бога, что нам суждено быть вместе. Ты была в белом, чиста и изящна. И я думал, нынче я не принц. Я самый счастливый человек в мире. Вот так удача. Жениться на той, что столь легко падает в чужую постель. Ты не в мужья меня взяла, а в шуты. Карл, нет! За наш с тобой брак. А наш уговор? О, не бойся за Бернара, Рихарда. Он ведь мой сын. И без твоего вмешательства разыщет меня. А ты, отродье дьявола, считаешь, что можешь вести переговоры с королем Франком? Так вот свой уговор. Ты мне солгал. О нет, я не лгал. Я сказал, на все воля Божья. Такова его воля. Ah!
что думают, чтобы получить то, о чем не говорят. Я не все тебе рассказала о Карле. Прости. Я стыдилась правды и думала раскрывать ее ни к чему. Он думает, ты ему изменила. Его обвинением нет конца. Я надеялась, он одумался. Думаешь, он правда хотел нас убить? Да. Теперь Париж падет. Карл все для этого сделал. Сигфрид был прав. Не гневись. С Божьей помощью Карл, как и та медведица, может спастись и стать тебе другом.